Проголодались? Мы вас сейчас накормим самыми вкусными предложениями. Скоро Новый год, и у нас для вас есть специальная акция. Внимание! Вот это мой любимый набор, который я обожаю, который есть у меня и у моей мамы. Сегодня он по самой выгодной новогодней цене. Это последняя цена 2017 года. Это набор посуды с говорящим названием «Мечта хозяйки». Смотрите, в комплекте вы получаете огромную кастрюлю. Оп! Для холодца, сейчас актуально для оливье, чтобы хранить на балконе все, как полагается у русских. 6,5-6,1 литра с крышкой. Кстати, крышки очень удобные, мне они очень нравятся. Оп, легенькие, смотрите. Еще одна кастрюля объемом, посмотрите, вот она. 3,6 литра. Еще у нас есть кастрюля вот такая, чуть-чуть побольше. Кстати, самая ходовая для гарниров. 2,6 литра. Кастрюля 1,9 литра. Это и ковш, здесь можно завтраки готовить. Специальная сковорода сотейник и форма для выпечки. 24 сантиметра в диаметре. Обратите внимание, у всех приборов есть крышки. И только сегодня, во время прямого эфира, если вы успеваете дозвониться, мы дарим вам новогодние подарки. Это специальный набор ложки-поварешки. К вам приедут вместе с вашим комплектом. И еще один подарок от телеканала Shop&Show – это нож. Нож такой острый, что вам теперь будет в радость только нарезать салаты в том числе. Внимание, что такое цена только сегодня? Я вам сейчас расскажу. Обычный набор стоил на нашем телеканале 7199 рублей. Только сегодня. Только на один день мы делаем максимально выгодную цену. Скидка 2200 рублей. Цена только сегодня 4999 рублей. И мы сегодня готовим множество блюд, ведь в преддверии праздников нам нужно угощать и удивлять наших друзей и гостей, которые приходят. Поэтому в этом огромном наборе я решил приготовить много разных блюд, о которых сегодня, конечно, подробнее расскажу. Итак, друзья, здесь я готовлю настоящую рисовую кашу, но не просто кашу, а кашу с цукатами. Здесь готовлю настоящий борщ. А здесь тыквенный суп, жаркое, и это далеко не все. Оленька, я тебе расскажу и вам, друзья, о всех достоинствах этого набора, почему мы это сделали, почему такое количество блюд мы все-таки приготовили. Вот, друзья, напомню, что сегодня наш набор по цене только сегодня. Звоните прямо сейчас и заказывайте. 2200 рублей – это ваша экономия. Итак, друзья, внимание, идемте за мной, я вам покажу, что еще здесь сделал. Ай, как горячо. В нашем наборе я еще, смотрите, я приготовил мясо с овощами. Запекал прямо в сотейнике, который тоже идет в наборе. Мне он очень понравился, будем говорить, он мне даже импонирует. Знаешь почему? Мало того, что это не просто сотейник, это и сковорода, и форма для запекания, форма для выпечки, сотейник. Только представьте, только у одного 4 функции в одном. Сколько вкусных, красивых блюд можно приготовить с помощью нашего сотейника. О, слушай, ну на самом деле мясо это сложная вариация. Когда мы зовем гостей, кстати, сейчас у нас будут застолья с 1 по 10 как минимум. Вот мясо тоже все запекают, но оно не очень всегда сочным получается. Вот что с ним такого делают шеф-повара, что оно всегда в ресторанах прям идеально вкусное и сочное. Вот, во-первых, нужна правильная, хорошая посуда. Продукт, естественно, должен быть идеальным, но идеальным должна быть посуда. Если есть идеальная посуда, друзья, поверьте, вы всегда добьетесь идеального результата. Посмотрите, какое красивое мясо у нас получилось, насколько оно прожаренное, насколько равномерное. При этом посмотри, какие яркие, красивые овощи, какие незапеченные, какие остались, сохранились цвета. А, соответственно, кстати, ты знаешь, что если красивый, яркий цвет у овощей остается, это значит, что все полезные свойства, витамины остаются тоже в продукте. Это хорошо, но не на всех сковородочках и не на всех кастрюлечках у нас получаются вот такие яркие цвета. И чаще всего овощи, да, картошка в том числе, она разваливается. Вот что мы делаем не так? Вот расскажи, как шеф-повар, поделись секретом. Оль, я расскажу, а ты пока попробуй мясо. С удовольствием. Попробуй, насколько это вкусно и какого результата мы добились благодаря нашему набору. Во-первых, друзья, очень важно обращать внимание на ту посуду, в которой вы готовите. Посуда должна быть правильной. Нужно выбирать правильное дно, правильный, будем говорить, правильную сталь, из которой должна быть сделана посуда. Но все-таки я хочу поговорить, внимание, друзья, о нашем посуде более подробно. Итак, внимание на экран. Так. Итак, что же такое 5-капсульное аккумулирующее дно? Это 5 слоев металла, это алюминий, сталь. Алюминий позволяет, соответственно, быстро нагреть набор, а сталь, соответственно, позволяет этот набор, это тепло удерживать, тем самым равномерно распределять по всей площади посуды. Тем самым, получая идеальный
будем говорить, прогрев и идеальный результат, когда мы приготовим блюдо. Ну, слушай, на самом деле, сейчас многие телезрители смотрят и думают, да у меня есть кастрюля, я ее купила год назад. У меня есть кастрюля, которой 20 лет. Зачем мне еще одна кастрюля? Вот чем ты докажешь, что наши кастрюли, они действительно превосходят все ваши кастрюли? Объясню, Оленька, друзья. Итак, что мы сделали? Мы приготовили тушеные перцы. Причем, друзья, готовил я их с эффектом томления. Эффектом томления можно добиться только благодаря нашей посуде, благодаря хорошей современной посуде. Итак, друзья, смотрите, мы томили перцы здесь и томили перцы здесь. Угу. Посмотрите, уже только визуально виден, какой результат. Вот он результат. Слушай, ну здесь совсем все переваривается. Давай посмотрим. Это каша-перцы называются. Да, каша-перцы. Нет, если, конечно, быть готовить очень аккуратно, то, наверное, получится, может быть, что-то и получше. Но мы просто положили перцы в нашу посуду и забыли про них. Они готовились сами, готовились с эффектом томления. И только благодаря этому, посмотрите, какие они красивые, какие они идеальные. Посмотрите, вот так вот сделан. Итак, друзья, представьте только, это наша посуда. А это та посуда, которая есть у большинства наших телезрителей дома. Еще раз повторю, все, что мы сделали, просто положили перцы в посуду, в нашу посуду и в ту, которая есть у многих хозяек дома, и оставили томиться, больше ничего. Мы видим результат, как здесь перец развалился, здесь же он остался идеально ровным. А у вас такой же результат получается? Перчик ссорится с фаршем? Тогда звоните к нам, у нас есть для вас эксклюзивный набор под названием «Мечта хозяйки». Многие из вас сейчас подумают, что этот набор было бы выгоднее приобрести в ближайших магазинах. Попробуйте, зайдите туда. Какие сейчас там цены? Пикуют цены. Кастрюля 2,9 литра будет стоить минимум 1500 рублей. Если вы возьмете большую кастрюлю, уже 3500 рублей. У нас целый набор плюс два подарка. 4999 рублей. Это самая выгодная цена сегодняшнего дня. И ваша экономия больше 6000 рублей. Оль, да, красивая сталь, но красивая, будем говорить, материал не значит качество. В нашем случае это еще и качество. Почему? Потому что это сталь 18/10. Что значит 18/10? Идеальное сохранение, сочетание хрома и никеля. Соответственно, это долгое срок службы, и ваши самые, даже будем говорить, сложные блюда никогда не закиснут. Вот мы приготовили борщ, кислый борщ. Теперь все, что можно сделать, остудить так борщ и убрать в холодильник, хранить прямо в кастрюле. Качественный набор под названием «Мечта хозяйки». 17 предметов. В комплекте вы получаете кастрюлю 61 литров. Посмотрите, вот она, большая, красивая, блестящая. Знаете, ну, в Новый год совсем новым. Это мой девиз и девиз моей семьи. Самая выгодная покупка только сегодняшнего дня. Плюс два подарка в придачу. Это целый набор. Шумовки, лопатки, половники и острейший нож. Прямо сейчас меняйте свою жизнь к лучшему. Старые кастрюли выбрасываем, новые приобретаем.